Коррупцию создала советская власть, КПСС. Единая Россия плавно забрала у нее все инструменты коррупции. И сегодня эта страшная болезнь поразила все органы и всю структуру. И туда идут только бандиты, криминалы, жулики. У вас фракция, половина бизнесмены, воры, жулики, грабители. Вся остальная половина – агенты спецслужб. Вся Единая Россия, все 300 депутатов, 90%, все занимались коммерческими делами. Все занимались преступных схемах. Это вы всю страну коррумпировали. Вы всю страну сделали бандитами и жуликами. Тотальная коррупция вами, представляемых здесь органов. Вся полиция коррумпирована. ФСБ, прокуратура. Откуда у них эти миллиарды, миллиарды по списку Forbes проходят? А вы грабите 12 лет всю страну. Вот поэтому бардак в стране, и никогда успеха с вами не добьемся. Понятно. Страна мучается и умирает каждый год миллионы людей. Им на вас наплевать. Вы тут герои сидите. Вы прессуете всю страну. Кругом бандиты, воры, мошенники. Вы лжете 12 лет. Вы ничего не выполнили. Вы не дали квартир, кому обещали. Вы не построили дорог, обещали. Вы не решили проблему здравоохранения. Да вы постоянно сделаете так, что во всех аптеках фальшивые лекарства. И вам, участники войны, срывают ордена и направляют ваше правительство. Что вы их обманули и не дали им квартир. Что ж вы здесь стоите, лжете? Что вы там что-то говорите? Гнать подальше губернаторов ваших, министров, вашу администрацию. Вся страна вас называет партия жуликов и воров. Спасибо. Они всю Россию превратили в черкизовский рынок. Понятно. Партия жуликов и воров. Спасибо.